вашему вниманию первый в Украине апидомик, сделанный в виде юрты. Красота. Сейчас покажу вам сзади. Шикарный вид. Пластиковые окна, фальшбрус. Полностью обойду его. Оп, оп, оп. Я думаю, пчелкам будет очень хорошо в таком домике жить, поживать. Хозяевам добра наживать и меда, конечно же, себе. Сейчас мы зайдем еще вовнутрь, посмотрим, как сделано. Вот такие ступенечки. Дорожка. Заходим аккуратненько вовнутрь. Фокус. Вот, замечательно. Все липовая вагоночка, липовые лежачки. Все сделано грамотно. Сеточки. Сеточки мы видим снаружи, внутри. Удобно, двухместно, комфортно. Пространства много. Это готовые уже рамочки будут. И москитная дверь на закрытие. Вот она так закрывается аккуратненько. Хозяева принимают работу. Оп. На замочек закрыли. Все, отдыхаешь себе, балдеешь. Насекомые не летят. Шикардос.